Друзья, всем привет! Делюсь новым приобретением. Меняю свой Profline толщиномер на новый. Распаковка. Ну, не буду вас утомлять. Коробочку покажу. Что здесь добавилось? По названию изменений фактически маленькая приписка Ultra, а тут Pro. TG588, TG588. Ощущение на ощупь все то же самое. Еще вот здесь тоже цвет поменяли и здесь. А так, по ощущениям, с закрытыми глазами вы никогда не определите, какой у вас прибор в руке. Что добавили? Добавили они Bluetooth. Я пока не разбирался, но я так понимаю, что связь с телефоном и, скорее всего, весь отчет по машине будет вам залетать в телефон. Насколько это надо, учитывая то, что мы обычно работаем либо на доверии, либо с видеосопровождением. И больше даже доверия, чем видеосопровождение. Подсветка дисплея разными цветами. Именно эта причина, по которой я, наверное, и перешел. Я не знаю, но мне показалось это, что как бы маркетинг, короче. В принципе, какая разница? Так, расширенный диапазон, да, изменили они, что здесь этот прибор до 3000 микрон показывает, а предыдущая версия до 2000 микрон. Ну, в принципе, ну и так понятно, что уже много шпаклевки, поэтому... Ну, вот глобальные изменения — это Bluetooth и цвет. Все. Так работают по скорости они. Сейчас я с вами потестирую этот и этот. Посмотрим их отличия, как говорится, в реальности. Ага, в коробке еще забыл сказать, имеется кабель соединения и пластины. В той версии, по-моему, кабеля не было. Ну да, не было, потому что блютуза не было. Так, ого, пластины такие. Секундочку. Так, ух, такой чехольчик даже. Там была бумажная, как одноразовая, даже доставать не хотелось. Да, ух ты. Ну, круто. Прям такие пластинки классные, смотрите, красивые. Да, друзья, и... Под видео будет описание контакты человека, у которого вы со спокойной душой, ссылаясь на промокод TURBOTOUR, получите скидку. И проверенный продавец, порядочный продавец, пишите, звоните, и он вам обязательно отошлет этот прибор. Ну, цену уже узнавать у него, я не буду в это вникать. Просто скажите ему, что нашли его с помощью моего канала. Поэтому он вам сделает обязательно скидку. Так, с вас лайки, ребят. Смотрите, куча всяких приспособ для того, чтобы вы посмотрели это видео. Так, итак, проверяем. 135, 130, 142. Ага, тут еще получается, я не знаю, ли можно перевернуть. Так. Цифры стали больше, как раз для моего зрения. Здесь пишет черный. 149, 139 FE. Ну, как бы тоже черный, но здесь на английском. И цифры меньше. Да, однозначно, это мне больше нравится за счет того, что на весь экран цифры, видите. Так, окей, проверяем. 135, 138. Цинк. Цинк МКМ, а здесь пишет авто ФЕ. Ага, тут цинк. А, вот, тут есть значение, что это цинк. Ну, в общем, тут более понятно, скажем так, что оцинкованное. Так. 117, 117. Цинк. Я, в принципе, на это не особо обращал внимание. Естественно, все смотрят на цифры. Такая информация, не знаю, насколько она нужна, насколько она полезна. Так, 130. У нас тут разные машины. 105. Так, капоты на Мондео, по-моему, с черного металла. Да, 146, 143. Есть тут значение, что это черный металл. Вот FZ, а здесь FE. Ну, понятно, что это более информативно, чем... Так, а это у нас тайваньское крыло. Черный. Пишет, что черный. Так, есть у нас еще один автомобиль. Так, 140. 133. Черный.
Так, вот у нас, наверное, алюминиевый капот. А ну-ка. Да, цветной пишет. Колеровый. NFE. Ну, то есть, ну, не очень понятно вот это NFE, FE. Тут более понятно, что это цветной алюминиевый. Да, так, нам надо найти шпаклевку. Где у нас шпаклеванные машины? Слушайте, прям все машины целые. Реакция на отклик абсолютно одинаковая. Ищем шпаклевку, ребят. Так. Пока подкрасы. Пока встречаются подкрасы. Так, я знаю, где есть шпаклевка. Идемте. О, видите, загорелось красненьким. Не знаю, ли вам видно, не видно. Но, скажем, скорость работы одинаковая, в том-то и дело. И этого, и этого. Различие Bluetooth, изменение цвета экрана несущественно, в принципе. Да. Но, ну вот это мне нравится. Цинк, цветной металл. Ну, как бы, в принципе, более информативно. Контакты продавца есть. Кому надо в Германии, пишите нам. Так что, если у вас вот такая версия, ну, и есть лишние деньги, да, можете обменяться. А так, в принципе, он работает абсолютно. Мне лично очень больше всего понравилось, это большие цифры, учитывая мое зрение, что они сделали размер цифр на весь экран. Это вот самый плюс, который я отметил для себя. Убрали эту полоску. Как оно в помещении? Так, это у нас Audi. Цинк 107 200 200. Видите, синеньким светится. Есть подкрас, левое заднее крыло. О, а здесь есть шпаклевочка. 417 700 400. Где 400 меняется на красный. В принципе, в помещении прикольно. На улице не так особо и видно разницу. Так, левое заднее крыло с подкрасом. Тут, естественно, переход на эту дверь. Без шпаклевки, но дверь крашеная. Так, и делаем. Ага. Более контрастный мониторчик, чем здесь. Более контрастный. Да. 152. 167. Так. Цинк. Капот. Ага. Сделали тише звук. Ну, конечно, тише, Егор. А то вот эти звуки, честно говоря, иногда тоже меня раздражали, что очень громко. Да. Да. Видите? Класс. Капот у нас не крашеный. Крыло левое не крашеное. Не крашеное. Не крашеное. С ума сойти. Машина 2004 года с одним крашеным крылом. И дверь с подкрасом. Крыша без подкраса. Все. Всем всего самого хорошего.